Приветствую, друзья. Давайте просто попробуем, может быть, на скорость, да, на скорость. Попробуем нарисовать вот девчонку, которая сидит на стуле. Ну, просто сделай такой скетч быстренький. Но это нужно делать, потому что таким образом мы учимся рисовать и учимся видеть пропорции. Да, я использую 2B, вот такие стержни, и механический карандаш обыкновенный 0,5, значит, толщина, да? Вот, что я делаю? Я пытаюсь увидеть форму сразу вот, например, с одной стороны, да? Или может быть вот так. Вот рука. Я эту форму пытаюсь увидеть. Потом пошел вот по контуру, здесь подхватил руку. Вот она рука, да? Подхватил волосы. Подхватил лицо. Может быть немножко криво, но ничего. Потом вот вырез футболки. Потом я вижу, что... Дальше у нас вот, например, вот здесь такой треугольничек образуется, и пошла нога. Тоже я его подхватил, вот эту форму. Ну, отсюда пошел, да? Потом здесь у нас вот таз имеет вот такую форму, как бы, да, но я вот ухватил вот эту линию. Потом пошел в сторону колена, и вот еще одна форма. Дальше остались уже как бы ноги, ступни. Ну, здесь может быть немножко так помедленнее. Так, и вот еще нога. Так, забыли руку нарисовать. Суглобик вот здесь. То есть смотрю на референс и все это рисую. Дальше у нас, что у нас там, стул. Вот здесь угол вниз пошел, сюда пошел. Вот. Такой у нас табурет. Да, я там о перспективе сейчас не думаю, просто рисую табурет. Не знаю, здесь как-то вот так. Потом... Да, теперь, когда, может быть, есть время, да, я там делаю какие-то уточнения. Может быть, вот. Может быть, вот пятнами, да? Буду рисовать пятнами. Девушка в такой позе сидит, да? Сколько там прошло минут? Ну, все черное, понимаете? Все черное. Вот это тоже черное. Но я все же зарисовываю как бы частями. Лучше частями. Небольшой областью, чтобы вот так карандашом не водить по всему рисунку, да? Даже если его частями, то могут просматриваться вот части отдельные, да. Вот эта часть более темная получилась, это более светлая. Опять частями, да. Вот так можно. Может быть. Может быть вот так частями. Карандаш очень мягкий. Это не 2B. Это, по-моему, 4B. Китайцы все-таки китайцы, да. Иногда китайцы то ли шутят, то ли врут. Ну, короче, это же зарисовка. То есть, если это быстрый скетч, мы там делаем быстро зарисовку. У нас там девушка сидит, сейчас встанет, уйдет. Мы вот так быстренько зарисовали. И да, можно еще раз вот это, чтобы более так... четко получилось. Но у нас же есть еще вот здесь складочки всякие там, да. Мы вот эти складочки хотим тоже нарисовать. Как-то так там, да. Может быть вот так. То есть все это мы хотим передать, выделить. Не знаю, может быть, я не точно.
Даже передать, может быть, тень. И когда у нас появляется уже время, видим, девушка сидит, смотрит на нас там, да? Тогда мы уже можем и там уже можем заняться деталями. Ну, все равно я не особо там парюсь этими деталями. Вот так мы рисуем. Вот это чисто для картинки, чтобы красиво было. На камеру, может быть. Но вам это не обязательно делать. То есть, если вы нарисовали до этого момента, и так хорошо. Здесь рука упирается, а вот это на эту, да? То у меня как-то в воздухе, по-моему, да? Вот. Да, зачем рисовать? Я же сказал, чтобы изучать анатомию, изучать пропорции, изучать человека. Но чтобы его изучить более так подробно, более хорошо, то у меня есть специальный курс по анатомии, по пропорциям, по портрету, по обнаженной натуре. Вы можете у меня приобрести. Кстати, по скидке сейчас у нас какое число? Сейчас посмотрю. 28 мая 2024 год. И сегодня вы можете со скидкой 50% приобрести. Ну ладно, хорошо, если не хотите приобретать, то не приобретайте. Просто рисуйте побольше и будете рисовать более красиво, более успешно и меньше нервов будет идти. И пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся, услышимся в следующих видео. Пока-пока.